И мы к другим темам переходим. Не забудем, не простим. Ветеран тыла из Саратова отправил в ВАДА орден Иуды для Григория Родченкова. Это тот самый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, из-за клеветы которого нашу команду обвинили в регулярном употреблении допинга. Так вот, теперь особо отличившегося в предательстве ждет орден. Его прямо в США, где теперь прячется Родченков, отправила 92-летняя Анна Кротова. Жительницу Саратова, как и многих россиян, возмутил поступок Родченкова, который, по сути, поставил крест на спортивной карьере многих россиян. Причем сделал он это бездоказательно, но ВАДА ему поверили. Внук ветерана отлил из оловянно-свинцового сплава аналог олимпийской медали и нанес на него гравировку «Орден Иуды Григорию Михайловичу Родченкову за особые заслуги в области предательства». Я хотела бы сама ему вручить эту медаль, но я не могу, поэтому я по почте отправляю. Я хотела, чтобы ему глаза посмотрели, что он за такой за человек. С подачи Родченкова на Олимпиаде не выступят наши представители тяжелой и легкой атлетики. Из-за него же дорогу на Рио отрезали нашим паралимпийцам. Вообще мне весь спорт нравится. Я весь спорт люблю. Легкую атлетику большинство люблю, да. Это очень хорошее. Айсамбаева очень жалко. Бедная. Сколько, как она прыгает высоко, и это ее не допустить, это же невозможно. Очень мне жалко ее.